Доброе утро, дорогие ребята! Я рада вас всех видеть! Мы построим ровный круг. Справа друг и слева друг. Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. У всех хорошее настроение. Все забыто огорчение. Я прошу вас мне сказать. Вы готовы к уроку? Молодцы! Ребята, посмотрите, к нам в гости пришла матрешка и принесла с собой маленький секрет. А для того, чтобы узнать, какой это секрет, мы должны будем выполнить с вами все задания на уроке. Вы готовы? Тогда вперед! Числовой ряд от 0 до 10 и обратно. Посмотрите внимательно на экран. И вместе со мной считаем. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И обратно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Отлично. Сейчас нам нужно помочь Белочке. Она не может посчитать, потому что не ходит в школу. Посмотрите внимательно. Каких припасов у Белочки больше? Грибов или орешек? Молодцы, ребята. Конечно, грибов больше. Грибов 4, а орешек 3. Как хорошо вы помогли Белочке, справились с заданием. Слушаем следующее задание. Ваше внимание. Чего больше, груш или яблок? Насколько груш больше, чем яблок? Правильно, ребята. Груш меньше на 2 штуки. А насколько яблок больше, чем груш? Конечно, на 2 яблока больше. Правильно. Молодцы, ребята, активно работаете. Я очень довольна вами. Еще одно задание. Внимание. Что вы можете сказать о количестве груш и ягод? Груш столько же, сколько и ягод. Правильно, ребята, их равное количество. Вы очень хорошо усвоили тему прошлого урока. А вот вам первый маленький секрет от матрешки. Смотрите внимательно. Открывается первая матрешка, и мы достаем вторую. Вторая матрешка с нетерпением ждет продолжение нашего урока. Ребята, мы сегодня с вами познакомимся с необычными фигурами, которые в математике называют геометрическими. И тема сегодняшнего урока – геометрические фигуры. Кто-нибудь уже знает, что это за фигуры? Отлично! Слышу, что многие из вас уже знакомы с ними. Хотите узнать больше? Тогда вперед! Вы готовы отгадать мои загадки? Молодцы, слушаем. Прикатилось колесо. Ведь похоже оно, как наглядная натура, лишь на круглую фигуру. Догадался, милый друг? Ну, конечно, это круг. Молодцы, все правильно. А на что похож круг? Да, конечно, круг похож на мяч, на часы, на смайлик, на арбуз.
Здорово. Слушаем следующую загадку. Не овал я и не круг, треугольнику я друг. Прямоугольнику я брат, ведь зовут меня Квадрат. Молодцы, ребята, это квадрат. А квадрат на что похож? Посмотрите внимательно, и вам нужно будет назвать все предметы, которые у нас похожи на квадрат. Повторяйте за мной. Часы, портфель, телевизор, калькулятор, дорожный знак. Молодцы, прекрасно. Слушаем очередную загадку. Три вершины тут видны, три угла, три стороны. Ну, пожалуй, и довольно. Что ты видишь? Треугольник. Молодцы, ребята. Мы видим перед собой треугольник. А какие предметы, похожие на треугольник, вы видите на экране? Назовите их. Смотрите внимательно и произносим правильно. Колокольчик. Ёлка, юла. Молодцы, ребята. И последняя загадка. Напротив друг друга две стороны. Между собой абсолютно равны. Знает об этом каждый дошкольник. Значит, это прямоугольник. Молодцы, ребята! Вы правильно и хорошо отвечаете. Я вижу, что вы немного устали. Отдохнем? Сели свободно, расслабились. Повторяйте за мной каждую строчку. По тропинке, по дорожке скачут рыженькие ножки. Раз, два, три, четыре, пять. Будем прыгать и скакать. Остановка. Стоп, стоп. А руками хлоп, хлоп. Потянулись, подтянулись. Сели тихо, улыбнулись. Посмотрите, как матрешки радуются вашим успехам. Улыбнитесь им тоже. Молодцы. Вместе с этой матрешкой мы познакомимся с геометрическими фигурами. А вот с какими, и чтобы об этом узнать, послушайте стихотворение. Трапеции больше на крышу похожи. Юбку трапеции рисуют тоже. Взять треугольник и верх удалить. Трапецию можно так получить. Молодцы, ребята! А теперь посмотрите, как можно получить трапецию. Внимательно смотрим. У треугольника отрезается верх, и мы с вами получили трапецию. Вот как она выглядит. На самом деле трапеция похожа на форму юбочки. Слушаем следующее стихотворение. Ромб – фигура непростая, две в себе объединяет. Треугольник – раз и два. Фигура стала вдруг одна. Ребята, скажите, пожалуйста, сколько у нас углов и сторон
у этой фигуры? Внимательно посмотрите. Как все фигуры, которые я вам показываю, можно назвать? Посмотрите внимательно. Сколько у них углов? Да, 4. А сторон сколько? Тоже 4. Это у нас четырехугольники. Ребята, а вот на этой картинке находится среди четырехугольников лишняя фигура. Что это за геометрическая фигура? Конечно, ребята, это треугольник. А почему он здесь лишний? Докажите. Ну, конечно, потому что у треугольника три угла, три стороны, а у всех остальных фигур по 4 угла и 4 стороны. За вашу активную работу, за то, что вы прекрасно справились со всеми заданиями, секрет от следующей матрешки. Вместе с ней мы посмотрим, какие работы мы можем выполнить своими золотыми ручками из геометрических фигур. Сейчас вы посмотрите все эти работы, будьте внимательны. Правда красиво? А я уверена, вы сможете сделать еще лучше. Мы фигуры различали, мы узоры собирали, и играли, и считали, и активно отвечали. С заданиями справились. А теперь спрошу у вас, задания вам понравились? Отлично! Оцените свой труд на уроке. И наш урок потихоньку подходит к концу. Секрет четвертой матрешки. Ребята, давайте мы вспомним, чем мы занимались на уроке. Я вас внимательно слушаю. С какими новыми фигурами познакомились? А что было самым трудным? Что больше всего запомнилось? Вот об этом, ребята, обязательно расскажите своим родителям. Я думаю, им будет очень интересно узнать. И сегодня я вам задаю домашнее задание. Из цветной бумаги выполнить аппликацию, используя геометрические фигуры. Я хочу похвалить, ребята, вас за ваше стремление к успешному обучению. С нетерпением буду ждать встречи с вами. На этом наш урок окончен. До свидания, ребята.